Октябрь. Мы в Ахене. Немцы бьются за него, как сумасшедшие. Союзники вошли в немецкий город в первый раз. Но не в последний. Мы думали, что, освободив Париж, станем на шаг ближе к дому. Но это было только начало. Теперь мы сражаемся в городе, в Ахене. Крауты вцепились в него мертвой хваткой, и неспроста. Мы пробиваемся через их западную границу. Дэвис сказал обыскивать все кварталы, все дома. «Прикончить их всех», — сказал он. Тёрнер и Пирсон на ножах с тех пор, как мы здесь. Война изменила нас всех. Похоже, понадобится задание. Больше средств. То, что я приказываю, и есть твое задание! Эй, прибавьте темп! Мы должны успеть до ночи! Эй, смотри, что я нашел. От твоей девушки. Я говорил не трогать мои вещи. Ты что, даже не вскроешь его? Боишься, что там прости-прощай? Видишь адрес? Стоит Дэниелс, а не Ред. Причина одна, но Дэниелсу. Как не обидно. Думаю, она тебя отшила. А может, это письмо Шрёдингера? Типа, пока не откроешь, она еще твоя? Ай, может, это письмо Шрёдингера? Что? Сгорел, что ли? Оставить трёп! В 7:30 атакуем Национальный театр. У каждого есть свой предел. У каждого. Так это или нет? Но если я хочу вернуться, я должен верить в твою любовь. Пошел, пошел! Давай, Дэниелс! Дэниелс! Я помогу! Не поднимай голову! Проклятие! Мы убиваем их, они все прут! Долго мы так площадь не удержим! Артиллерия уже в пути! Говорят, максимум 10 минут! Через 10 часов! Лейтенант, нас точно на свидание! Танки прикрывают фланга! А ну-ка, заткнитесь все и дайте подумать! Сэр, нет времени думать! Так, Дэниел! Дуй с Аэлом за Пирсоном! Вызывайте танки! Живо! Ладно, пошли! Держите, сержант! Дэгвуд Уайт, 2-7, злодею! Мы под обстрелом! Запрашиваем немедленную поддержку на рубеже 2! Прием! Вас понял! Но ведь тогда мы откроем фланг! Ну и прием. Ладно, главное, шевелитесь уже! Принято! Выполняй! Прием! И поживее! Баки рвут нас на части! Отбой! Ладно, ребята, идем к городскому театру. Поможем первому взводу. Позиция врага неизвестна. Переключаемся на радио и рации. Включаю радио. Грэбсон, мы идем направо и срежем к театру. Вас понял. Выполняю, Берез. Абрамс, Пул, вы остаетесь здесь со вторым взводом. Прикрывайте фланг, пока мы не вернемся. Вас понял. Сделаем, Берез. Всем быть начеку. Следите за окнами. Ладно, Грэбсон, пошли. Эй, вижу движение! Справа! Ребята у театра столкнулись с тем же, что и мы. Выбиваем немцев с точки, но их возвращается больше. Сейчас мы на их земле! Совсем другой разговор. Если хотят море крови, мы им устроим. У них нет ни шанса. Они так не считают. Панцершреки! В том квартале пехота фрицев. Слышу стрельбу. Они атакуют наших.
верхний этаж! Рэпсон убит. Остались мы. Скоро будем у вас. Едем! Нам на холм! Чиню все, что могу! Ребята уже совсем рядом. Танк
подбит! Вражеская техника! Уничтожить! Пехота и панцершек! Жилой дом впереди! Я налетаю! Они отходят! Давим их! Почти закончили! Добейте оставшихся! Кто-нибудь еще видит цели? Ничего не вижу. Похоже, все чисто. Готово. Дэгвуд Уайт 2-7. Это злодей. Площадь зачищена. Конец связи. Спасибо за помощь, сэр. Дэгвуд Уайт, отбой. Ладно, Берез будет удерживать позицию у театра, чтобы прикрыть наш фланг. К отелю Аллендорф пробиваемся без танковой поддержки. Пошли! Ладно, действуем. Нацисты давно используют отель как свой штаб. Нам надо захватить его. Было бы проще, будь у нас пара танков. Берез должен удержать эту позицию. Сержант, вы их видите? А еще дымовые есть? Не трать их зря. Целей все равно нет. Внимание! Проверьте окна. Враги могут быть в витринах. Что-то не так, слишком тихо. Просто глядим в оба. Спокойно, держитесь укрытие. Ищем разрыв! Все будет нормально! Вытащи меня отсюда! Усилить натиск! Держись, дружище! Я в порядке, спасибо! Засада, в укрытие! Кидаю гранату! Сержант, где они? Где вы патронов, сэр? Держи, Дэниел! Подкинь еще дымовую! Держи, Дэниел! Не пройти. На улицу возвращаться нельзя! Стена с виду хлипкая. Дэниелс, давай гранатометом. Назад! Я за тобой! Стреляй!
Порядок, будьте начеку. Вот он, ребята. Последний оплот Краутов. Дэниелс, бинокль. Да, сэр. Здесь очень тихо, но это скорее плохой знак. Дэниелс, что видишь? Небо чистое. Бомбардировщики отработали. Что-то высматриваешь? На что ты уставился, рядовой? Я смотрю на отель. На балконе никого. Солдат вообще нигде не видно. Наверное, засели внутри, укрепляют оборону. Они сделали ставку на это место. Значит, сможем подобраться без особых проблем. Но когда ударим по отелю, лучше быть готовыми ко всему. Сначала жилое здание. Там может быть полно краутов. Зачистим, обезопасим тылы, потом к отелю. Стройся! Дэниел, Сусман, вперед! Пошли! Осторожно! В квартирах может быть полно врагов. Или везде, в обоих кварталах. Все чисто! Вперед, будьте начеку. Дэниел, нам нужен гранатомет. Берегись обратного удара. Ничего не вижу. Собираемся здесь. Лови! Давай! Вот, держи! Сюда! Вот! Роджерс, вперед! И зачисти следующую комнату! Есть, сэр! Аелла, подкинь дымовую! Надо продираться внутрь! Какой тесный проход! Не знаю, пролезу ли. Не стоило налегать на тушенку. О, как смешно! Дэниелс, пошел! Ты в порядке? Спасибо! Я в порядке! Грауты везде! Противник выходит из укрытия! Атака! Идут с северо-запада! We'll be right back.
Отель вон там. Действуем тихо, пока не ударим. Ладно, пошли. По лестнице вниз. Грузовик перекрыл нам дорогу. Оттолкаем. Аела, сними с ручника и рули. Остальные толкаем. Так точно. Дэниелс, нужна помощь. О, че, сука! Ты на вроде в порядке. Немного бензина есть, аккумулятор живой. Надо будет выбираться. Думаю, я смогу его завести. Какой сюрприз! Толкай, студент! Ладно, двинули! Готовьтесь, парни! Дэниелс, еще одна стена. Пробивай! Снесем все стены, да? Осторожно! Дэниелс, перепад! Дэниелс, не стойте! Надо зачистить холл! Сусман, направо! Аела, налево со мной! Стайл, Стивен, второй этаж! Так точно! Есть! Они заняли оборону в главной лестнице! На дальнем конце! Пулеметы на лестнице! Атакуем плата! Чё? Они по всему дому! Снесем все стены. Осторожно! Вперед! Не стойте! Надо зачистить холл! Сусман, направо! Аела, налево со мной! Стайл, Стивсоном, второй этаж! Закончится! Есть! Они заняли оборону в главной лестнице! На дальнем конце! Пулеметы на лестнице! Атакуй их! Главная лестница внизу! Они по всему дому! Бросаю гранату!
нужна аптечка! Черный ход! Дэниел, пробиваемся к черному ходу, залезьте! Все в порядке? Да, не так плохо. Волчист! Надеюсь, это все. Всех к черному! Второй взвод работает наверху. Нам надо зачистить подвал. За мной! Держитесь рядом. Эй, Стайлз. Я нашел для тебя подходящее укрытие. Отвали. Хватит! Дэниелс, дверь! Свет! Похоже, ребенок. У кого-нибудь есть шоколадка? Да, сэр. Ты, наверное, голодна. На, возьми. Нормально, нормально. Мы вас не обидим. Не обидим. Нет еды. Моя сестра, пожалуйста, помогите. Нет, нет, подкрепление краутов будет здесь минуты на минуту. Нам некогда нянчиться с гражданскими. Их всего двое. Сэр, взгляните сюда. А, великолепно. Черт. Возьмем тот грузовик в паре сотен ярдов, пригоним его сюда и всех вывезем. При всем уважении, наша задача захватить отель. Я не говорю по-немецки. Знаешь немецкий? И какого черта ты об этом молчал? Такого. Ладно, мы забираем этих людей. Дэниелс, Айелла. Берите грузовик, встречаемся у западного крыла отеля. Шевелитесь. Интересно, что еще вы скрываете, Герц Усман? Будьте снисходительны. Не в этой жизни, рядовой. Не в этой жизни. Остались только мы с тобой, Дэниелс. Что же Цусман не сказал, что знает язык краутов? Он полунемец, полуеврей. Не хотел, чтобы кто-то знал о его родстве с фрицами. У нас у всех есть что-то, о чем мы не хотим говорить. Поверить не могу. Заботимся о кучке краутов. У них там ребенок и старики. Всех не спасешь. Они гражданские. Отправим их в тыл. Вот что мы сделаем. Ну да, ну да. Вон грузовик. Пошли! Так, минутку. Надо завести эту крошку. Ладно, мы тебя прикроем. По курсу. Заряжаю.
Вперед! 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 Сэр, нам пора! Подкрепление скоро прибудет! Погоди, ты куда? Что она говорит? Думает, что ее сестра вернулась в подвал. Значит, там она и останется. Надо вывозить людей. Идем. Лейтенант, я схожу. Не разрешаю! У тебя 2 минуты. Я с тобой. Нет, только Дэниел. Слишком опасно. Все, кто остаются здесь, прикрывают. Да, сэр. Возвращайся мигом. Так точно. Чёрт! Шасси! Черт! Анна! Надо найти Анну. Она должна быть где-то здесь. Надеюсь, она не пошла наверх. Ау! Эй, привет! Пойдем к твоей сестре. Сюда. Все хорошо. Не бойся. Все хорошо. Я о тебе позабочусь. Я с тобой. Was soll das? Sofort wieder raufkommen!
Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort. Wir suchen nach jemandem, der hier entlang gelaufen sein muss. Geh hoch und sag Kurt, dass wir Hilfe auf der Südseite des Hotels brauchen. Schnell! Bewegung! Verstanden! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Ты молодец. Мы почти выбрались. Теперь Эрика. Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко. Люди хаус. Я здесь. Все хорошо. Откуда они все лезут? Надо двигаться дальше. Я выведу нас отсюда. Туда не пройти! Не стрелять! Побудь, пожалуйста, смелой еще немножко. Я с тобой. Откуда они все лезут? Надо двигаться дальше. Мы справимся! Мы почти выбрались! Я с тобой, Анна! Ты не пострадаешь! Черт! Это один из наших! Дэниелс! Надо скорее выбираться отсюда! Неси ее к грузовику, мы прикроем! Да, сэр! Пора уходить! Отступаю! Это же Дэниелс! Дэниелс, иди сюда! Анна! Спасибо! Мама сказала, что я должен меня о Каспар кümmern. Они не вернутся. Отсюда они доберутся сами. Идем. Мы их сопровождаем и точка. Пирсон прав. Если пойдем с ними, их могут начать обстреливать. Это слишком опасно. Давай, Цусман, зачищаем улицу. Затем вывозим их, понятно? Понимаю, сэр. Я подумал, что без нас будет безопаснее. А если мы позволим немцам вернуть себе отель, все, кто здесь пойдут, будут в опасности. Это не Кассерин. Превосходство у нас. Сажайте в грузовик. Это твоя затея. Занять позицию! Зачистить улицу! Выдвигаемся! Работаем! Узнай, кто из них будет грузовик. Kann jemand einen Laster fahren? Wie in einem Breckenhäuschen. Ja, ich kann fahren. Поехали. Берегись! Грузовик подбили! Она умерла. Вперед! Живо! Ты что творишь? Выполняю приказы, все назад в отель! Марш, марш, марш! Эй, мы не можем ей помочь.
Мы взяли Ахен. Открыли западный коридор к Рейну. Но пропасть между Тёрнером и Пирсоном лишь увеличилась. И на кону оказались не только наши жизни.